15 метров в секунду. Сколько это километров в час? 15 метров в секунду можно записать как 15 умножить на 1 метр и разделить на 1 секунду. Для того, чтобы перейти к километрам, умножим числитель и знаменатель на 1000. А для того, чтобы перейти к минутам, умножим числитель и знаменатель на 60. Тогда в числителе получим 60 умножить на 15 и умножить на 1000 метров. А в знаменателе получим 1000 умножить на 60 секунд. 60 секунд – это 1 минута. А 1000 метров – это 1 километр. В числителе получаем 60 умножить на 15 и умножить на 1 километр. А в знаменателе получаем 1000 умножить на 1 минуту. Еще раз умножаем числитель и знаменатель на 60. В числителе получаем 60 умножить на 60 и умножить на 15 километров. А в знаменателе получаем 1000 умножить на 60 минут. 60 минут – это 1 час. То есть в числителе получаем 60 умножить на 60 и умножить на 15 километров, а в знаменателе получаем 1000 часов. Сокращаем, умножаем и получаем 54 километра в час.